Чи вистачить Дніпру 17,8 мільярда і чи можна назвати цей кошторис бюджетом розвитку? Запитаємо прямо зараз у міського голови Бориса Філатова. Добрий день. Добрий день. Отже, пане Борисе, чи задоволені ви бюджетом на 2022 рік? Да, я бюджетом очень доволен. Недоволен своим выступлением. Видать, я переволновался на сессии. Не совсем корректно. То есть, конечно, не может идти речь о налоге на добавленную стоимость. То есть мы говорили, естественно, о налоге на доходы физических лиц. То есть, в первую очередь, почему бюджет города вырос. И то, о чем мы говорили на брифинге. И почему вообще мы заходим с такими показателями. После того, как мы подписали в рамках Конгресса региональных властей меморандум, то центральное правительство взяло на себя обязательство поднять отчисления от ПДФО на 4% для территориальных громад. И, соответственно, кроме этого, еще мы вели очень долгую дискуссию политическую по акцизу на топливо, на коэффициенты по землепользованию. И, соответственно, это нам сейчас позволило увеличить доходную часть бюджета почти на треть. Но скажу так. Давайте сегодня у нас хорошее настроение, не будем говорить про расходную часть, потому что в условиях особенно газовой войны с Россией, энергетического кризиса, у нас очень сильно возрастают и расходы. Но в принципе по бюджету 2022 года, по процедуре его принятия, я испытываю хороший оптимизм такой. И я считаю, что очень много правильных и верных вещей будет сделано в ближайшее время в городе. Как можно охарактеризовать кошторис на наступный рік? Це бюджет розвитку чи проїдання? Ну, каждый раз мне журналисты задают такой вопрос. Это сбалансированный бюджет в первую очередь. Естественно, мы направили большие суммы, больше, чем в этом году, на социальные программы. И это правильно, потому что люди нуждаются в помощи. И я никогда не считаю, что направленные на социальные программы деньги – это программы проедания. Но мы заложили в том числе сумму, которая превышает там, больше, чем 700 миллионов, на благоустройство и на капитальное строительство на следующий год. Это то, о чем говорил мой зам по финансам, это и парки, и дороги, и реконструкция, и действительно в городе очень много сейчас делается, люди это видят воочию своими глазами. Поэтому бюджет сбалансированный, он учитывает все интересы городского хозяйства по всем его отраслям. А насколько взагалі цьогорічний бюджет наступного року відрізняється від 2021-го? От куди збільшили видатки, а в чому урізали? Ну, смотрите, давайте, если мы говорим, чтобы я даже не буду, буду вот как бы зачитывать цифры, да, то есть смотрите, на благоустройство, как я уже сказал, и капитальное строительство мы заложили 2,8 миллиарда, это на 700 миллионов больше, чем в этом году, на транспортную отрасль это 1,5 миллиарда, если точно, 1,4 миллиарда, и это больше на 300 миллионов. Финансирование жилищного хозяйства мы увеличили на 670 миллионов, соцсферу на 100 миллионов, но самая большая у нас идет статья, как бы, ну не расходов, а финансирование, это на гуманитарную сферу, это школы, это детские сады, это молодежная политика, мы направляем туда порядка 6 миллиардов гривен. То есть, в принципе, я же скажу так, такого бюджета у нас никогда не было. Бюджет под 18 миллиардов, 17,8, если точно. Из них собственные доходы это 14,4, и фактически доходы, которые мы прогнозируем в следующем году, возрастаются где-то на 3 миллиарда гривен. Пане мэр, после каждого визита до Киева вы рассказываете, что вам доводится воевать чи не за каждую копейку. А что відвоювали для Дніпрян наступного року? Ну, первая ситуация, естественно, которая у нас стоит постоянно на повестке дня, это субвенция на строительство метро. И, как я всегда говорю, у меня перед принятием бюджета республиканского четкое ощущение дежавю. Я беру папочку с документами и еду ругаться к большим киевским начальникам. Этот год был не исключение, то есть мы провели очень такие напряженные переговоры с Министерством финансов, с кабинетом министров, с депутатским корпусом, и благо коллеги нас услышали. Спасибо и министру финансов, и депутатам всем, и офису президента в том числе. Действительно, мы провели такую очень напряженную, но конструктивную дискуссию. И в этом году субвенция на метро, она будет в том числе повышена и поднята до 370 миллионов. Кроме этого, при содействии Ассоциации городов Украины нам удалось отстоять акциз на топливо, отстоять коэффициенты землепользования. Это то, что залишится в месте. Да, то есть, если говорить, то фактически после вот ситуации, связанной с местными выборами, когда по всей стране, не только в Днепре, обострились отношения между местным самоуправлением и центральной властью, сейчас мы вышли на очень хороший конструктивный диалог, и в условиях
военной агрессии, экономического кризиса, той же самой газовой войны с Россией, проблем, связанных с энергетикой, центральная власть, она нашла все возможности для того, чтобы учесть интересы местного самоуправления, не только Днепра. Ну а Днепр город, понятно, богатый, город талантливых, трудолюбивых людей, поэтому у нас хорошие показатели. И опять же, хотелось бы подчеркнуть, что в том числе такие показатели, они связаны не только с самой как бы бюджетной дисциплиной, они связаны с тем, что у нас равные правила для бизнеса. Мы как бы навели порядок в сфере землепользования, провели аудит, то есть мы постоянно расширяем как бы базу, у нас занимается управление бюджетов соответствующими показателями. Ну так, для понимания, за несколько лет вот, то, что мы просто подняли с земли, то, что никогда не учитывалось, с учетом того, что просто не велась соответствующая документальная работа, то есть ну, где-то 500 миллионов мы нашли. Вот так. Під час обговорення підготовки бюджету, які питання були найбільш спірними? Які саме? Ну, если мы говорим про сессию, то сессия у нас, как уже заведена, прошла в течение получаса. Депутаты проголосовали, за редким исключением, за бюджет единогласно. Дуже все присутствующие. Да, но это не говорит о том, что мы не обсуждали бюджетные вопросы. Вчера была погоджувальна рада, депутатские фракции и групп задавали вопросы, а так, естественно, бюджетный процесс, он очень сложный. И это дело не просто зашли в зал, нажали кнопки, то есть все распорядники коштів, профильные департаменты, они как бы защищали свои бюджеты. Более того, я потребовал от них защищать не только бюджеты, но в том числе и штатные расписания. Мне не очень нравится то, что у нас постоянно растут штаты, мэрия как бы расширяется, хотя в принципе этому есть и обратное объяснение, потому что у местного самоуправления становится все больше и больше прав, ему передают больше функций, и соответственно их кто-то должен реализовывать. Но тем не менее я не хочу оставить этот вопрос бесконтрольно, поэтому у нас была ситуация такая, что защищали в том числе и свои штатки, и зарплаты. Я не хотів би, щоб в кожному комунальному підприємстві у директора було по 10 замов з високою зарплатою. Тобто не виключено, що наступного року зробити кадрові висновки? Звісно. І ми в тому числі йдемо по путі оптимізації. Некоторі комунальные предприятия идут путем слияния, то есть может с одной задачей справляться не 4 коммунальных предприятия, а одно. Поэтому как бы мы идем в этом направлении. И соответственно, если мы говорим про обсуждение бюджета, то оно шло открыто, публично, были бюджетные слушания у нас в ситуационном центре. Все жители территориальной громады, кому это интересно было, могли принять участие дистанционно в этом видеоконференции и задать в том числе вопросы. Дякую. У студії «Деталі» мер Дніпра розповів, на що у 2022 році підуть міські гроші.